Подключил баллон, да, заправленный полностью. Шарик выставил, не знаю, насколько выставил, правильно, неправильно. Сейчас вот вентилек открываю. Ну вот так вот, не знаю. Я по вот этому ротаметру вообще не могу пользоваться им. Электрод заточил, не видно. Да не фокусируйся там. И уже попробовал разок провести просто по металлу. Два раза. Один раз вот. Это было 50 ампер. И поднял ток до 80 ампер. Сейчас 80 ампер стоит на аппарате. Разрезал трубу. Не знаю, что за труба. Это внутри амортизатора. А в ней стоит уже шток масла. Ну, то есть, она стоит внутри. Здесь, с одной стороны, клапан. Ну, короче, с амортизатора. Вот так сейчас тесами сожму ее и попробую заварить. Вот, говорят, капец, как сложно варить. Поэтому сейчас вот попробую заварить и не прожечь. Кнопка не подключена. Вот это. Потому что некуда ее подключать. То есть здесь уже сразу главное не мочкануть. Электрод, не знаю, может, надо было сильнее засунуть, может, меньше, уже волосяшек нацеплялось от перчаток. Ну, не знаю. Сейчас буду пробовать. Без присадки нету. Проволоки присадочные. Попробую так, в стык. И главное потом газ не забыть закинуть. Это вот от себя вел. Сейчас туда пойду. Вот и все. Заварено 80 ампер. Сейчас позырим. Аппарат, наверное, громче работает, чем сама сварка. Сейчас подостынет. Ну и два куска трубы сейчас попробую сварить вместе. Вот так соединю. И попробую сварить обратно же. Ну, пока та горячая, заодно и вот этот экспериментик. Так, ну и хочу сварить вот две гаечки просто вместе. Сверла буду проверять вот этим углом. Посмотрим.
готово. Так, и хочу попробовать вот алюминиевый уголок, толщиной, наверное, миллиметра полтора. Раз отпилил кусочек, вот, и через прокладку зажал так, чтобы не лежало на тесах. Попробую вот с одной стороны, без проволоки, просто соединить их между собой. Не знаю, ампер 90, наверное, будет стоять. Что-то аж страшно самому. С металлом черным как бы понятно все дело. А вот с алюминием ни разу даже не видел, как это делается. Вот это сейчас буду делать первый раз. Да, 90 ампер. Да, он его прожигает, он его даже не соединяет. Надо вот, может, алюминиевую проволоку взять, а, мужики? Чисто вот алюминиевую проволоку. Сейчас покажу. Не хочет соединять между собой. Вот такая вот получается, вот такой кратер. А вот между собой не соединяя. Черный металл, он раз, капля пошла, и все, и погнал ее. Ну а черный металл, он аппарат сваривает вообще на ура. Вот, без всяких прутков, без всяких присадок, ну только в стык. И вот думаю, может, полуоси проваривать вот таким вот способом. Как вы думаете, друзья? Нормально будет держать? Или все-таки полуавтомат? Или все-таки электрод? Всем пока, с вами был Санек. А варить я научусь.